лица главы города Игоря Николаевича передает всем привет. Спасибо за ваш труд, спасибо за то наследие, которое у нас есть. Мы стараемся развивать. Очень здорово шагнули, будем говорить, вперед. На сегодняшний момент 1,3 миллиарда получили уже на город. Это 500 миллионов получил водоканал. Надеюсь, достойно будем продолжать ваше дело. Встречи эти ежегодные, будем их продолжать. Если у предприятия есть прошлое, то будет и будущее. Мы немножко внесли разнообразие в виде стенда, который характеризует какие-то эпохи развития нашего предприятия. Надеемся, что это будет продолжение наших дорогих традиций, которые на самом деле нужно чтить, почитать и верить в будущее. У меня сегодня день рождения.